Вторые игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 3 по 15 августа. Ожидается участие около 3000 спортсменов из порядка 30 государств. Подготовка к главному спортивному событию этого лета впервые ведется не только в столице, но и в регионах. Так, в Гродно спортсмены будут соревноваться в тяжелой атлетике и хоккее на траве. Атлеты разместятся на ледовой арене хоккейного клуба «Неман», а хоккеисты – на специализированном поле областного центра Олимпийского резерва. Сейчас проходит подготовка спортивных объектов для соревнований и тренировок участников. Также организовывают места проживания, питания и медицинского обеспечения спортсменов. Волонтерскую работу на мероприятии курирует Купаловский университет. Студенты подали свыше 100 заявок, но отобрали 40 волонтеров. Они прошли вводный инструктаж и разделили сферы деятельности. Было выбрано 40 ребят, 40 человек, которые примут участие. Очень ответственно, очень эмоционально, очень круто, что вот та база, которая будет активно помогать ребятам, которые приедут к нам в Гродно, это студенты Купаловского университета. И быть частью этой команды – это очень здорово и классно. Я считаю, что это, в принципе, содействует нашему развитию не только как студентам, вот профессионалам в будущей нашей профессии, но еще и личностному росту. Опыт прошлых лет доказывает, что Беларусь способна на высоком уровне проводить такие масштабные соревнования. В скором времени на билбордах и электронных экранах будет размещена социальная реклама. Участники игр смогут познакомиться с историческим и современным Гродно, побывать на августовском канале, проехать по веломаршруту «Здесь начиналась война» в приграничье. Определены туристические операторы, которые будут заниматься приемом туристов, которые будут предлагать туристические программы, соответственно, болельщикам. Ну и в настоящее время определена концепция брендирования Гродненской области для подготовки к праздникам. В настоящее время ведутся ремонтные работы на спортивных объектах, потому что уже в июне состоятся тестовые спортивные соревнования на данных объектах.